Просто надо было это как вот мотать назад, блин. Почему она так обламывает меня, эта херня, когда сворачиваешься? Во. Вот. Вот, начало. Несколько дней назад в город прибыл незнакомец. Он поселился в квартире, располагающейся над мясной лавкой, блядь. По-моему, громкость опять сбросилась. Реально. Надо еще тише. О. Незнакомца зовут Кэ Кавка. И он психотерапевт, специализирующий на лечении фобий и депрессий. На родине у Кавки осталось, ну ладно, будем Кэ называть, потому что у него Кэ во всех произведениях. Осталась возлюбленная Фелиция. Родители девушки не одобряют ее выбор, так как Кэ беден и не может обеспечить их дочери даже достойную свадьбу. Вот. Сельский врач. Поехали. Богемия, 1924 год. Доктор, я в отчаянии. С детства каждую ночь меня мучают кошмары. Не знаю, что делать. Вы моя последняя надежда. Не волнуйтесь, я использую самую передовую методику лечения. Гипноз. Кошмары вас больше не побеспокоят. Здесь надо везде кликать. Просто кликать. Образы в головах пациентов принимают самые причудливые формы, но это не должно отвлекать. А, мистер, вы не видели моего маленького кролика? Он убежал от меня и спрятался в этом жутком месте. Собственно говоря, вот этот диалог как раз и... Я боюсь здесь находиться, но еще больше я боюсь моих родителей, которые будут сильно ругаться, если я его найду. Не найду. Ну и, собственно, все, надо найти кролика. Так, здесь нужно было... Здесь нужно было как-то тенями сделать кролика. Да, все. Это единственное, что я помню. Вот это, по-моему, попа кролика. Или нет? Так, ладно, что еще можно потыкать? Ага. А, да, бодрость и конь. Чат, да, он у многих не работает, многих не показывает, это глючит. Особенно на каналах, типа моего, когда народ заходит, пытается что-то написать, поздороваться, потом не может и сваливает. Мышку не видно. Да, проблемы с захватом этой игры были очень такие серьезные. Мышка, мышка. А так? По-моему, как-то надо было откатить его поближе сюда. А, вот так они вместе поднимаются. Видно, хорошо. Так. А, я могу ходить. Нет, я просто... А, ну, видимо, это часть кролика. Как подвинуть шар в левую сторону? Еще в левую, блядь, больше нельзя. Thank you.
Ну, это точно надо было тенями сделать. А здесь есть подсказки, на самом деле, если долго тупишь, но они, по-моему, типа... на следующих левелах не будут тогда работать. Блин. А, я могу его назад вернуть. А, вот кролик-то, алё! Вот же он. Вот он. Силуэт. Теперь что-то надо прожать, наверное. Вот он, да. А, второе ухо нету. Вот второе ухо. А, теперь нету этой попы. Понятно, надо, короче, солнце поднять. Во, вот он. Вот он. Ну и все, собственно. Теперь смотрим, что дальше. Вот все, причина ваших проблем, крылась в переживании, испытанных в детском возрасте. Но теперь все будет хорошо. Спасибо, доктор, вы не представляете, как я вам благодарна. До свидания. Блин, а где мой телефон? Он на зарядке. Ладно, похуй. Песик. А что это такое? А, вот, пункт назначения, пункт прибытия, так сказать. А, вот это похоже на какое-то приглашение. Не уверен, но думаю, стоит встретиться с автором этого загадочного письма. Так. Это игра про Женю Рофа. Он меня, кстати, когда приезжал в какой-то из разов, в самом первый раз, по-моему, включал ее. Если я все правильно понял, а понял я все правильно, в письме было отмечено место встречи. Какой-то чиван подъехал. Осталось только туда добраться. Серьезно? По клеточкам? А оконная полоска преградила всю улицу. Надо искать обходной путь. Ну, надо тыкать просто все здесь. Все, что можно. Brush. Кисточки. Угу. Окей. Да ну что так мало падает-то? О! Ой, а что это такое? Новый кубик какой-то. Кофе. Хороший день немного отдохнуть в уличном кафе. Нет, еще кофе, пожалуйста. Может быть, с буквами что-то? Так, это как монополия. А! Кубик. Ару.
Есть что такое в моей чашке, но... Кажется, я засиделся в кафе, пора возвращаться к делам. Да, такое. Я помню, читал Кафку, мне было лет 16, блядь. Мне тогда вообще дико понравилось. А, и что дальше? Здесь никого нет, видимо, я ошибся. Здрасте. Приветствую. Ну, это, кстати, к некоторым произведениям тут отсылки от него есть. Прошу прощения за столь странное приглашение, но и персонаж совсем другой истории, избегаю излишнего внимания. Я искал встречи с вами, поскольку мне поручено сообщить, что вас приглашают на работу в корпорацию «Замок». «Замок», кстати, да, вот книга тоже. В Америке? В Америке в космосе! В Америке в космосе на острове! В Америке в космосе на острове с заселенными зомби! Подождите, я не понимаю, о чем вы говорите. Все, что это... Что все это значит? Впервые слышу про какой-то замок. В корпорации знают про ваши финансовые трудности и про вашу невесту. Замок решит все ваши проблемы. Это все крайне нелепо. Пожалуй, мне стоит вернуться обратно. До свидания. Не беспокойтесь, все уже решено за вас. Но вы не можете отказаться. Я первую часть проходил, она про Гамлета была. Ну, не первую часть, а первую игру от этой компании. Так, надо нажать, наверное. Там все то же самое. Как я здесь оказался? Такое ощущение, что меня загипнотизировали. Придется разобраться с проблемами своего подсознания, чтобы очнуться. Это странная механическая пушка, не заряжена, должен найти боеприпасы. Так, ну кресты вот. Это единственное, что я пока вижу. Ну, пусть будут кружки. В чем логика вообще? Залп? Я не понимаю. Это буквы какие-то, что ли? В каком-то, какой-то язык. Так, давайте попробуем нажать вообще, что это такое. А вот через минуту 10, наверное, можно активировать. Давай попробуем разные просто. Ой. Так. Ну ладно. Слева направо, если смотреть, да, допустим, X, треугольник вот это верхний, да? Кружок. Да и разные просто сделаем сейчас. Ну вот кружок, в принципе, ну не знаю. Ну, по сути, можно, конечно, подобрать методом тыка, просто попробовать разные, но это очень недолго.
типа записывать просто комбинации и жмакать, но... Мне просто даже интересно, что будет за это, за подсказка. Ладно, давай кружок попробуем. Блин, там же один лишний. Туда не могу пройти. Может, я должен покликать здесь что-то? Отвалится, может быть, какая-нибудь это... Что-нибудь. Пятиугольник похож на низ пальто. Вот это... Вот это. Ну тогда круг. Крест. Крест. Потом низ пальто. И треугольник. Треугольник, крест, кружок, пятиугольник. А, вот это потому что треугольник. Ну ладно, давай попробуем кружок. Но почему кружок тогда? Потому что это... Не, если вот сделать пятиугольник и кружок... Ладно, давай дождемся, посмотрим, как... Что? Ну, Это, короче, по-английски. Аму, оружие, на это, патроны, патроны. Ёбаный рот, блядь. По-английски, короче, типа... Ну, понятно. Ну, такое. Боеприпас. Ну ладно, возьмем это как на вооружение. То, что надо с английским языком работать. Мы вообще, короче, я уже начал думать, смотри, на нем же еще крест, типа здесь. Типа лямки. В другом каком-то, блядь, космосе, блядь. Бля, там, короче, в прошлой части был, надо было подобрать пасворд. И пасворд был пасворд. Сука. Просто такими же буквами. Типа, введите пасворд, блядь. Понимаешь, там? И я, блядь, ебал мозг. А там надо было ввести пасворд, блядь. Там. Введите пасворд, блядь. Сука. Ваш билет, сэр. Что? Ваш билет, сэр. Его приглючило. Там сзади написано трап. Что происходит? Мне приснился какой-то нелепый сон. Уверен, это был гипноз. Подождите, я что, в поезде? Да, сэр. И смею вас заверить, мы доберемся до Америки без лишних происшествий. Вы зря волнуетесь. Какая еще Америка? Немедленно остановите поезд. Я хочу вернуться домой. Это невозможно, сэр. А наш эксперт идет без... Экспресс идет без остановок. Но могу я хотя бы написать письмо? Необходимо сообщить Фелиции о происшествиях, произошедших событиях. Письмо уже написано, сэр. Вам осталось только поставить на нем свою подпись. Так, это сломались. Надо попасть в эту штуку, что ли? А-а-а.
Понятно. Хорошо. Положение. Раз, два. Два всего положения. Ну, это будет легко, наверное. Значит, Е в положении вверх. Т в положении вверх. П в положении низ. Проверка. Нихуя не работает. А! Так. Низ. Низ. Так, нормально. А, низ. Вот эти три внизу. И это наверху. Наоборот. Бля, я тут запутался. А, П, П, блядь. Сука. Так. Так. Это кривовастенько, а так она зайдет вообще? Ну, может, кривовастенько зайдет? Ф вверх? Какая Ф? Блин, на самом деле, надо было записать, но неважно. Сейчас запомним, затыкаем, так сказать. Вот это, по-моему, тоже туда? Да, вот. И по нижним я уже не помню. А, Е вверх, Т вверх, П низ, Ф, А. Вверх. Так, окей. С низ. Ну вот как-то Б стоит, блядь, как-то по-уебански. Давайте, давай нижние посмотрим еще раз. Блин, она как-то кривовастенько бьет. И так, и так. М низ. А, ну да, потому что она и так пропечатывается. Блять, смотри, как-то не кайфово получается. Так, давай, ладно, все что есть, прожмем. А потом будет это как его, понятно. А, блядь, точно, она же вообще все пропечатывает. А вот это что было? Так, я ввел Е, Т, П. Так, и Н внизу. И последняя. Сука. Вот, С. Все понятно. С внизу. Не так? Вот это что ли косяк? Сейчас.
Вот, наверное. Надо пропечатать здесь. Бля, тоже не подходит. Так вроде нормас. Или вот эта кривизна вылазит. Сейчас, стоп. C не жмем. Это ровненько. Короче. N и... А, вот, все, короче. Пешка хуевая. Во, во. Кайф. Во. Так, а здесь что было? Что ж был? X, наверное, был. N, наверное. N, наверное. Да. И последняя. Не, блядь, последняя-то какая была? Последняя-то какая была? А вверх, точно? Есть. Так. Из письма Кафки к Фелиции. Моя дорогая Фелиция, волю случая по причине сложившихся обстоятельств я стал участником столь безумного, столь загадочного приключения. По всей видимости, я уезжаю на некоторое время в Америку. Что-то, бля, пикает телефон. Женя что-то еще скидывает. Похолодало, ебашу. Блины какие-то готовятся. Так, ладно. Знаю, это звучит странно, но уже несколько дней, находясь в дороге, я пришел к мысли, что пугающая неизвестность этой поездки может оказаться той самой возможностью, которая поможет мне и положить конец моим... Которая поможет мне и положит конец моим финансовым проблемам. По скриптум, я наконец-то смогу устроить тебе роскошную свадьбу, как этого желают твои родители. К. Уже из Америки. Акт 2. Созерцание. Песик едет тоже. Я на самом деле так чай хочу, но мне отваливаться неохота уже от компа. Так. Ладно, посмотрим, куда он едет вообще. Вниз, наверное, опять приедет. Ну, по прямой. А если туда проехать? Блин, надо было, наверное, привезти. Ага. Есть.
Корова мешает проехать. Так. А, вот яйцо. Яйцо. Еще может? А, я могу таскать. О. Прикольно. Я сжал на яйцо, думаю, что-то, а его надо было зажать кнопкой мыши и фигачить. Так, заехали. Типа такой, сейчас поплывем на корабле по небу на воздушных шарах. Да, как в мире Кафки, в мире Ка. Ка. Ну так что, я уже что-то делаю, нет? Вроде нет. А, все, как надо что-то делать, когда появляется вот эта вот дрочь. Ох, так. А, просто зайти на корабль. Эта каюта словно тюрьма, хотя я уже нисколько не удивляюсь им странности моего путешествия. А, для чего нужен этот замок на двери? Он не дает выйти отсюда. Или защищает от кого-то извне. Ну, блять, очевидно, надо что-то опять какой-то этот символ собрать. А нет, все, мне надо замок взломать. Собака-предатель. Это весь алфавит? Нет. Здесь нет буквы. А может быть, типа, по английскому алфавиту, один типа I, тоже нету. А рефрешнуть нельзя, типа, блин, может быть прокрутить, а может быть, вот, смотри, один это I, чё похоже на девятку? Блядь, не говорите мне это, может быть G, перевернутая девятка. G перевернута девятка. И S. Не? Magic! Magic. Все. Окей. Одна загадка, один уровень. Блять, нет! Пятнашки ебаные.